Сегодня уже 24-е, 1 сентября вас убьют здесь. Там скажите, кто в камышах-то. Придут безбожники-охотники, они вас постреляют всех. Улетайте, не смотрите на погоду. Сколько я уже прошу вас, беспечные такие. Пошли. Я не знаю, что они думают. Они привыкли, утки-то, к нам. Я не думаю, все так будут с ним обращаться. Здесь около 30 штук, ну, прям рядом, около огорода, и никуда. Но ведь этот охотник-то, ему только подавай, он дуплетом будет лупить. А дробь-то это не пуля. Она одним выстрелом может несколько захватить. А они так кучно. Вот они. Жалко, конечно. Мы мокрые. Так вот, Володя, баню топить нет. Да лучше завтра. Ну ладно, до завтра. Ох, и трудно было. Володя выпил все пустые. Не понимаю, как. Он вот до сих пор залазил под воду. Раза три я только гляжу, ноги вот мелькнули под воду. Сунулся, плюхнулся туда в воду, за борт. Ну не совсем. Я начал пилить, ни одной не мог отпилить. А у него нагрузят полную, и мы едем. Потом он кидает мне через эту, а я оттуда уже через дамбу перейти. Телефон! Мой? Ваш. Нагрел телефон. Теперь его найти надо сначала. Спили до дождя. Кто еще найдет вас? Уже так, да. Все, все, все.